Сегодня у нас 29 октября 2018 года, 18:25. Вот. Татьяна Салмановна Махтум Сайфуддин. В общем, я что, сегодня начала, вернее, уже продолжила. Я уж там начала эту дверь немножко раньше даже красить, вот здесь на два эллинга. Золотой, в общем, золотой краской, в общем, этим мокрым поливом. В общем, посмотрю, как там вот с этим морозом, что там с этой дверью. Так, просто эксклюзив. Сегодня к друзьям присоединился ко мне принц Гарри. Он здесь настоящий. Я вообще с ним неоднократно не посылала приглашение в друзья. У меня очень много раз был на моих страницах в друзьях и писал. Писал он о своей благотворительной деятельности. Фотографии я там смотрела, что он занимается благотворительностью в Африке. Строит там какие-то дома, в общем, как-то специфически называется, то, что не могу сказать. В общем, на эти нужды он собирал деньги, вы понимаете, да? Вот, я ему написала, что моя идея этих людей накормить. Я вот рассылаю письма, чтобы как-то вот организовать вообще помощь. Чем большему, тем лучшему количеству людей нуждается в еде, чтобы их накормить. Вот, так что он как-то... Так что вот, вот такие вот дела. Вообще, честно говоря, даже не знаю. Сегодня подошел ко мне Аркадий, ну это Василий мне тоже уже говорил. В общем, Аркадий мне сегодня говорит, да, у вас долги у меня. По онлайн платежам, вот это, по газу, как могут отключить, давайте. Вот соседи ваши хотят подключиться к вашему газовому котлу. Будут они как-то частично оплачивать, в общем, как-то это, вот это. В общем, да, 180 с лишним тысяч, вы понимаете, да? В общем, даже не знаю. Наверное, сначала нужно заплатить, знаете, как говорится, но... В общем, что делать? Компенсировать они не хотят, что пристройку снесли. Как там? Сказали, что вроде как в суд подали. Потом, на самом деле, вообще непонятно. Я подумала, что суд разберется. Там пристройку они снесли, я им что-то по коммунальным платежам должна. В общем, там дебет-кредит, пересчитать электричество, которое напрямую здесь было подключено. Вот, а так даже не знаю. То есть они вот хотят 180 тысяч. В общем, должна я или нет. В принципе, это вот, если я и правда им должна, в общем, как говорится, то это, в принципе, мой, наверное, такой единственный долг. Знаете, как-то вот надо как-то или это как-то вот решить, или компенсировать. Как-то это закрыть, конечно, надо. Это я к чему? Стала думать о благотворительности какой-то. А потом подумала, наверное, нужно сначала свои вопросы решить, какие-то там это. А потом уже какой-то там, ну, в общем, думать о помощи другим. Я просто об этом. Сначала как-то... В общем, да.
Потому что вот говорят газ, предписание, платить надо, машину не пускают, продукты заказывать надо. В общем, такие дела. В общем, вот так. Загружаю я там видео. Как Ирфан приезжал ко мне в Эллинг, загружаю это видео на мою страницу, по которой вы меня смотрите.